Они берут образцы со снеговиков по всему Лондону. Как думаете, что они там делают? Этот снег свежий. Возможно, инопланетный. Когда ты находишь что-то новое в мире, что-то невиданное ранее, что ты начнешь искать в следующую очередь? Гранату? Выгоду. Таковы викторианские ценности. Я предлагаю лобовую атаку с лазерными автоматическими мартышками, скальпельными минами и кислотой. Зачем? Ну, может, хотя бы разузнаем побольше? Это не наше дело. Сэр, разрешите выразить протест вашей текущей апатии? Разрешаю. Сэр, я протестую против вашей апатии. Спасибо, Стракс. Выпустите меня! Если мне когда-либо понадобится совет от картофелевидного гнома-психопата... Выпустите! Ты узнаешь об этом первым. Но если этот снег новый и инопланетный, не должны ли мы приложить усилия к его уничтожению? Да выпустите же меня! Это не наша проблема. Я больше тысячи лет спасаю Вселенную, Стракс. И знаешь, что я понял? Вселенной плевать. Эй, доктор, выпусти меня! А теперь у нас есть собственная проблема, о которой нужно позаботиться. Выпустите меня! Эй! Не переживай, тебе никто не причинит вреда. Что это за чудо? Молчать, мальчишка! Это Стракс, и как видишь, его легко сбить с толку. Молчать, девочка! Извини, мелкая. Сантаранис, раса клонов-воинов производится на заводах по легиону за раз. Два пола слишком сложно для его понимания. Сэр, не обсуждайте мой репродуктивный цикл с вражеской девчонкой, я стесняюсь. Типичный среднестатистический ребенок из 6 миллионов. Кто ты? Неважно, потому что вскоре ты забудешь о нашей встрече. Нам нужен червь. Сэр? Кто нам нужен? Червь? Какой червь? Не переживай, больно не будет, он просто прикоснется к коже, и ты забудешь события последних нескольких часов. Ну и где он? Где кто, сэр? Я посылал тебя за червем памяти. Правда? Когда? Кто он? Что мы здесь делаем? Смотрите, снега навалило. Ты забыл надеть перчатки, да? Зачем мне перчатки? Хотите, чтобы я принес вам червя памяти? Ты его видишь? Кажется, я его слышу. Так. Не вздумай бежать, стой на месте. А зачем мне бежать? Я знаю, что сейчас будет, и это смешно. Что смешно? Например, твой друг коротышка. Ох, противная у него рожа, может да? Может быть, но однажды он пожертвовал собой ради моего друга. Тогда почему он все еще жив? Другой мой друг его оживил, хотя я начинаю сомневаться, что его мозг ожил вместе с телом. Аналогично. Вижу. Дотянуться сможешь? Поймал? Кого поймал, сэр? Потому что вот они, перчатки, да? Караул, я попал под карету! Вот он. Одно прикосновение, и из памяти сотрется прошедший час, а если укусит, то сотрутся десятилетия. А ты все равно не пытаешься убежать. Я не понимаю, как снеговик мог возникнуть сам по себе. Я убегу, как только ты объяснишь. Клара какая? А доктор кто? О, опасный вопрос. А что плохого в опасности? Снег обладает.